Одинцовские госавтоинспекторы в рамках социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность» провели беседу с учащимися автошкол. Кандидатам водители рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделили безопасной перевозке маленьких пассажиров и необходимости использования детских удерживающих устройств, правильно подобранных по росту и возрасту. В ходе акции инспекторы разобрали с будущими автомобилистами основные ошибки, которые приводят к ДТП.